Здравствуйте! Все мы хотим иметь красивые пушистые ресницы. Так как мы знаем, что репейное масло увеличивает объем волос, то же самое может сделать и с нашими ресничками. Ну вот у меня масло репейное с экстрактом ромашки я взяла. Обычного не нашла. Также только хочу предупредить, у кого черные темные реснички, ромашка осветляет, поэтому можно взять с другими. Есть с крапивой, есть с другими травами или просто обычное репейное масло. Шприц и пустой тюбик из-под туши. Берем наше репейное масло. Открыли его. Шприцом набрали. Оп. И вводим в нашу бутылочку. Как масло. И вот здесь вот стоит защитная такая, чтобы не вытекала тушь. Масло густое. Поэтому немножечко его протряхиваем туда, чтобы он вошел. Все, полное. Остатки выливаем в бутылочку. Закрываем. Много налила. Закрываем трубочкой. Закрыли трубочкой нашей. И вот вечером, после того, как мы смыли косметику, мы свои реснички красим репейным маслом на ночь. Через какое-то время вы увидите, что реснички стали более густыми и длинными. Всем удачи, до свидания.